Снова здорово, орлыки! Орлыки в бей! Орлы, кто не разбил кнопку лайка, будет, будет страдать. Вы, короче, попадете в этот мир, вы заснете ночью, и вот это с вами будет. Так что я очень сам, блядь, а че у меня эта психика поехала? Орлы, у меня крышак едет. Пизда. Он исчез! Так, наверное, мы его больше не увидим. Твари из Дузга его заберут. То есть разберутся с этим. Вы знаете, мне нравится дизайн этих локаций, Орлы. Я сразу предупредил, мне нравится дизайн, что вот ты идешь, и ты понимаешь всегда, куда ты идешь. То есть у меня нет ситуации, чтобы я тут запутался или не знал, куда я иду. А, кстати, можно как-то заставить автоматом себе идти? Нет? Просто у меня было ощущение, что я сам хожу. Орлы, я сейчас окно закрою, котику открыл, а котик убежал. Кого слышал, мой баритон. Как холодно. Знаете, я думал, что весна наступила. Как у вас с погодой? Я думал, наступила весна, у меня 100 кек выпал. Хотя еще вчера ходил там уже... Орлы, я уже рассказывал вам про свою любовь к пряникам. На самом деле нет, я вам соврал. Пряники любит мой папа, которому к 180 лет. А еще я люблю, вот, что я люблю, это канал Пряни. Я на него, кстати, подписан, я вам о нем как-то рассказывал. Он играет, постой, он играет Fall Guys до сих пор. Я просто думал, что эту игру все забыли. Постой, это что, это Стасай как просто там? Это запись стрима, он стримит, Орлы, понимаете, я сейчас редко стримлю. У вас есть уникальный шанс пообщаться с живым, общительным, свежим стримером. Пипец. Слушай, мне он похож, у него голос похож, это Стас. Повернись, ну, лицом, да. Лицом, посмотри, посмотри, посмотри веб. Да, почему он все время смотрит в сторону? Поставь монитор перед вебкой. А, не, показалось, я думал, это Стас, ай, какой простой. Ой, какой классный кадр, хоть на... Такой вот Ахигао. Орлы, ссылка в описании, да, если да. Вам не хватает Fall Guys в вашей жизни, ну и там всяких других, вот Фантасмофобин, например, или это, видимо, танки. О, нет, это не танки, это Battlefield. Если вам этого не хватает в жизни, ссылка в описании, вы знаете, что делать. Любит парень коп игры. А я, ну, я, вы знаете, что я. По воде буквально. Ходить, ходи. Я могу ебаться без конца, но я хочу, чтобы был конец. Не, ну я понял, слушай, ебаться без конца, этот хер отвалится. Держись. Если история в камере изменений правильной, то наше освобождение близкое. Надеюсь, что этот ебанутый найдет книгу. Да, все будет. Чел. У нас нет комментария. Ты слышал? А что, случайно они так медленно разговаривают? Они коматозные. Диско снег, коматоз. Что? Это дыхание. Что там есть? Покажи себя. Это, наверное, меня они слышат. Я вижу, сейчас монстряга какая-нибудь вылезет. Слушай, а там не монстряга, не? Это статуя, да? Так, надо беречься злых языков. Если вы понимаете, о чем я. Так, слушай, нам нужно вот здесь какой-то предмет, ну, вот эту штуку, блин. Вот туда, наверное, нам надо. Видите, там блестит, горит. Но я явно огребу. Он огребет или не огребет? Что-то место знакомое. Я как будто тут был. Только перестроена немного камера. У меня есть ощущение, что разрабы, знаете, взяли, просто копипастули несколько... Ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, я чувствую, там что-то есть, вон там. Слушай, вспышка слева, вспышка справа. Да, мы тут, слушай, мы тут были, я точно помню. Забегу-ка я в этот Чимбер-Бэмбер. Ну, видимо, кстати, вот моменты в Люсгам, я не знаю, не особо нравятся на самом деле. Так, это прокачка, Карл, мы сейчас прокачаемся. Я сейчас только руку сюда засуну. Хопа. Так, можно перерождение разума и перерождение тела. Сейчас, конечно, все поменялось. Теперь как бы люди заходят на YouTube, ну, чтобы просто посмотреть прохождение игры, в которые они сами играть не будут. Понимаете, мы же играем до релиза. Понимаете, дали я у Гену, мне еще вчера дали эту игру. Я играю только вот сейчас. Разрабы вообще пушка, обожаю их. Я обожаю этих разрабов поляков. Они вот и Эгони сделали. Правда, Эгони на более вялая игра. Так, слушай, кого-то, видите, кстати, тут кому-то отсасывали, то есть отлизывали. Твою мать, я. Понимаете, а вы, у вас какая-нибудь была такая мысль узнать, а трахаются ли монстры? Если была, то я вас поздравляю, они трахаются. Да еще как. Так, наверное, диск надо сюда вставить. Слушай, а тут у нас ничего нет, я не могу эту штуку подвинуть. Слушай, это проблема, я туда залезть не смогу. То есть у меня есть вот этот некий диск, но я не уверен, вставляется ли диск туда. Кстати, вполне возможно, что да, поэтому вот эту штуку придется передвинуть. Ну, чтобы проверить. Либо идти назад, одно из двух. Ну, попробуем, давай, давай протестим. О, да, слушай, не зря двигали.
Давай. Посмотрим, что внутри. Мясные врата. Не, читал недавно статью про древнеславянские названия для разных интимных частей тела. И узнал, что вагина раньше называлась мясными вратами. Не, ну а что, как бы, ну... О-о-о, спасибо за подсказку. Какое у вас красивое небо здесь. А то туда спускаться не хочу, так это я возьму. Спасибо. Вы очень добры, вы очень добры. Так, слушай, а хочу ли я вот это открывать? Как думаете, что там может быть? Опа! Вот хочу, да, не зря открыл. Я получил некое дилдо. Может быть, ее можно использовать для другого чего-то? Так, посмотрим, тут какая-то книга. А, и при... Дорин Аустриц написал книгу, что она тут делает. А это Nature of Universe, ну типа и природа вселенных. Теории, представленные здесь, описаны по словам видящих. Тут их видение создает целостную теорию, чтобы понять Люстгам. Через эти знания мы приближаемся к познанию непознаваемого. Какую хуйню я себя записал? Знаешь, как в шахматный клуб записался, типа, начинаешь пытаться играть в шахматы, и ты такой, в какую хуйню я себя записал? Так, вернуть книжку Аустерлицу. Все-таки это солнце, надо будет закрыть окна, потому что, блин, вот от солнца я не могу. Слепит, пиздец. Как бы я уже, я сижу, я тупо слепой. Так, да, да. А тут ничего полезного? Ладно, мы рискнем, тут, наверное, нет ничего полезного. Просто у меня летом висели штуки такие на окнах, которые меня просто... Меня реально слепят. Даже проблема не в освещении для вебки, а в том, что, в принципе, меня слепят. И мне играть тяжело, у меня глаза болят. Ты это сделал? О, Виктор! Ты даже не знаешь, как много это для нас значит. Ты где, док? Док, ты где? Ты теперь наш, наша доставка. Так, теперь... Расположи книгу на пьедестале. Слушай, это было просто, если подумать. Ну так все сделано, да? Все окончено сейчас. Ладно. Так, я книгу сейчас сюда поставлю. И я сваливаю. Хороший мальчик. Я обо всем этом забуду, ладно? Просто отпустите. Отпустить домой? К моей рыжей жене, чтобы я ее выебал. Захватывающий мужик. Теперь поставь на пьедестал княженцу. Так, посмотрим. Ну. Ну и как? Я поставил дальше, что, ребят? Кстати, какая кожа у чувака? Это же мужик, да? Какая у него кожа классная. Слушай. Чем ты моешься вообще? Каким мылом, расскажи? Дуру? Пальмолив? Чем моешься? Так, ну я поставил, а теперь что? Вы же не будете меня бить? Так, уйти из театра. Окей, ничего, что я голый. Книга, она наша. Очищение идет. Давайте убежим, пока он не передумал. А что насчет невидящего? Брось его в камеру. У него еще много путешествий впереди. В Люстга. Блять. О, сука, нет, мужик, не надо. Где же мужская солидарность? Который не существует на самом деле. Но... Сука, он меня ебет! Мужик, не надо меня ебать, пожалуйста. Я не хочу. Нихуя. Ребят, спасибо. Спасибо, вы спасли меня. Потерянный, испуганный, запутанный. Иди и стой в дверном поеме. Мы разрушим себя, прикоснусь к воротам наполнения. Ну, то есть, fulfillment, удовлетворение, наверное. То есть, типа, fulfill, то есть, наполнение себя доверха. Ну, как-то так это вот переводится на великую мову державную. Так вот, да, как вам игра до сих пор, Орл? Напишите в комментариях. Просто мы, знаете, мы часто обсуждаем меня на стримах, то есть, мою жизнь, не знаю, то, где я пропадаю. Погоду, еду это самое главное. Давайте обсудим игру. Впервые в жизни, первый раз. Как вам игра? Я уверен, все напишут норм в комментариях. Пожалуйста, напишите что-то еще, кроме норм. И кроме ок, и кроме хорошее. Что-то еще, пожалуйста, я не могу, я плачу. Ну, внутри. Так, сейчас мы попадем. О, я понял.
Нас вытащили из лап культа удовольствий. Мы теперь, то есть, в из этого Скарлетт клуба, короче, нас в другой клуб забрали. Тот момент, когда ты, сука, поп... Ой, я одет. Спасибо, что одели меня, и ботинки красивые дали. Все не так же плохо. Все не так же плохо. А, голова кружится. Где, блядь, я есть? Слушай, эту тёлку вот стесня... нам стесняшку прислали. Чувствую, мы будем ее ебать. Портреты, как из Алана Вейка, блин. Так, да, так, книга. Ну, то есть, мне кажется, по этой книге уже можно понять, что что-то явно пошло не так. И в предыду... Нет, предыдущий культ был похуже. Может быть, этот будет получше. Я парилась, что мы тебя потеряли навсегда. А почему на тебе маска? И что на мне? Что тут происходит? Ты был голый и раненый, когда они тебя сюда привезли. Ты бормотал во сне, но все норм. Ты больше не один. Так, а что произошло? Что произошло? Что это за место? Мы на окраине Брикмора. Здесь нас до нас не доберется рыжая ложа. Я уверен, у тебя много вопросов, но Сабиниан, может, тебе лучше на все они ответить. Я здесь просто за тобой слежу. А Сабиниан это кто? Он владеет этой собственностью. Он также правая рука Аманды. А, Аманда. Надо было сразу сказать это. А это, блядь, кто? Сабиниан тебе все расскажет. Он в библиотеке. Да, круто, Сажа. Она сказал про Аманду. Сразу такое понятно, все ясно. А это, блядь, кто? Кто ты такая? Где мои манеры? Можешь меня звать Мейбл, просто Мейбл. Лучше бы мы встретились при лучших обстоятельствах. Мейбл, меня зовут Вектор, но с последних пор меня все называют Видящий. Может быть, тебя это развеселит, если ты не первый. Говорят, с Видящих много. Серьезно, а сколько? Они тут здесь? Они здесь есть? Так, ответы ты скоро узнаешь. Но нет меня. Ладно. Так, а почему ты в маске? Это по части традиции в нашем обществе. То, что я уважаю и ценю. Это что за общество, которое носит пожилые маски? Лучшее, сам знаешь. Да, конечно. Я с обидением найду. Эй, извини же, если я грубоват. Ситуация просто мозги ебет. Я понимаю. Эй, милая Тианка, надеюсь, мы ее выебем. Так вот, да, да. Ну, в принципе, у нее милый голос, в принципе, почему бы и нет. Ну, в принципе. Ну. Ноги, блин, как у меня, если я их неделю мыть не буду. В принципе. Ну, наверное, она не так уж и плоха. Так, надо найти мобилу и позвонить Лили. Вот это, бля, беседа будет. Так, добро пожаловать среди нас. Слушай, отсылка на Among Us. Welcome, Among Us. Так, посмотрим. Так, что-то тут темно, конечно. Слушай, может, я зря поднялся, ни хрена ж не видно. Что я тут делаю? Так, так, ясно. Нет, действительно, зря я сюда поднялся. Давайте к ковру моему папы обратно опустимся. Опустимся туда, где мы можем что-то видеть. Из минусов, у нас отняли все. То есть я копил хилки, а вот все копил, у меня все отняли. Ну, это типично для хорроров, то есть, понимаете, у тебя было все. И ты в итоге скатился до бомжа. Так, да. О, мой любимый портрет до сих пор здесь. До сих пор здесь. Так, библиотека. По-моему, это библиотека. Нет, это не она. Осмотримся. Это не она. We're in the outskirts. Так, мы в пригороде, круто. Чем дальше от Бликмора, тем лучше. Так, посмотрим, что тут есть. Давайте осмотримся полностью. Посмотрим, что где есть. Так, здесь никто в шахматы не играет. Вот это двухголовая. О! О, ванная! О, круто. Блин, унитаз классный. Слушай, да, я хочу слить. Ля, смотри, как реалистично. Вода, правда, блин, как в Half-Life 2, но... Или даже в первом. Ну, классный дом. Слушай, я бы в таком жил. Мне реально нравятся такие дома. То есть, такие, знаешь, old дома, пожилые. Классные. Resident Evil чем-то напоминает вот вся эта атмосфера домов. Мне нравится искусство и эротика. Это что? Я, кстати, что с тобой? Это типа рай на земле? А это, видимо, это уже, видимо, ад или это рай для животных? Почему лягушка ест человека? Так, телефон, скорее всего, декоративный. Наверное, сюда смотреть не надо. Так. Нет, ну тут непонятно.
Они здесь везде... Ну, у них тут везде, не знаю, какие-то закутки. Кто же их убирает? И никого. Никого. А, библиотека. Слушай, я вспомнил, где это. Дом-то реально классный. Немножко пыльноват, но, знаешь, мне это лучше. Так, а, вот Сабиниан. Но это не Сабиниан, тут другой Чевли. Добро пожаловать, видящий. Это честь встретить тебя. Последний человек, который меня назвал видящим, пытался меня убить. А я называю тебя видящим, потому что у тебя есть путь в мир, который другие не видят. Мы здесь не говорим о семантике, тем не менее. В нашем обществе любой с даром видящего высоко уважаем. А, ну это хорошо, видите, меня хотя бы где-то уважают. А что я тут делаю? Аманда и Джонатан спасли тебя в той самый темный час. Все какое-то мутное, но если честно, не хочу вспоминать. Тебе очень повезло, Виктор. Это редчайший случай, что кто-то сбегает из Красной Ложи. Аманда и Джонатан смогли тебя выманить из театра и привели сюда. И я думал, что Джонатан у нас дикий. Ну вот, как бывает. Господи, Джонатан. Джонатан предыдущий чел, что ли, за которого мы играли? В демке? Или нет? Ты-то кто? Ну, мы, как ты, мы знаем, что мир вокруг нас даже не реален, и мы пытаемся найти видящих, но в отличие от рыжей ложи, мы не пытаемся их брутализировать и использовать. И что ты хочешь сделать, если вы не пользуетесь людьми? Мы... Мы хотим понять Люстга и использовать из дар видящих, если они того хотят. Наше понимание в том, что видящие появляются в мире, и ничего не появляется без причины. В этот момент я готов поверить во все. Тут еще есть видящие? Да, Аманда. И она самая мощная видящая, которую мы когда-либо знали. Слушай, мы Аманду видели уже до этого, мы с ней бались. Она нас ведет, вот эта темненькая Аманда. Она... Когда придет в особняк, у тебя будет шанс с ней поговорить. Ну слушай, она меня же сюда привела и сразу ушла за продуктами, что ли, пятерочку пошла. А что за рыжая ложа такая? Они были часть нашего общества. Вместе мы пытались заглянуть за вуаль реальности и изучить секреты Люстга, земли бесконечного экстаза. К сожалению, была трагедия. Давно мы смогли переместиться в другое измерение. Одна из групп осталась там слишком надолго. Их тела получили такое удовольствие, которое граничило с болью, и разумы помутились. И они пытаются уничтожить все, связанное с Люстга теперь. И некоторые из них стали неконтролируемыми животными. Даже Острыц не может их контролировать. Острыц заставил меня отправиться в какой-то иноземный мир, чтобы книгу найти под названием «Природа вселенных». И когда видение кончилось, она все еще была со мной. Как такое может быть? Это что, реально было? Ты вернулся из Люстга с объектом в руке? Нет больше доказать, что Люстга — материальное место. И книга, которую ты упомянул, это то, она попала в руки аустралийца, и это ужасно. Это там опасные знания. Многие видящие их заставили искать книгу. И им не повезло, как тебе. Почему вы не скажете полиции? Это же просто ублюдки какие-то, фрики. Это насильники, убийцы. Рыжая ложа связана с полицией. Если мы сдадим их полиции, нас уничтожит аустралиец. Аманда скоро вернется. Поговорим позже с ней. Можно я позвоню? Я думаю, у меня Тянка волнуется. Если надо, это проблема. Как я упомянул, рыжая ложа связана с полицией, и они могут нас отследить. Поэтому мы тут по-всякому оперируем. И по этой причине телефон внизу отсоединен. Ну вот, возьми этот ключ, это на верхний этаж. Иди в мою комнату, используй телефоны, скрытые за рисунком. Телефоны за рисунком? Разрушь телефон, как поговоришь, и не говори долго. Ты не должен говорить, где мы. Я ясно все сказал, для всех нас. Но это особенно касается твоей бабы. Это может быть опасные знания для нее. Ну, хорошо. Я буду осторожен. Связаться с Лилит. Так, на верхнем этаже. Не знаю, что и думать обо всем этом. А как Лилит рассказать? Она же скажет, что я ебанутый. Так, посмотрим, верхний этаж. Может быть... Да, слушай, я... Понимаете, я тут как у себя дома. Я отгадываю комнаты и...
Твою ба... Слушайте, этот чел, это мой одногруппник, это, сука, Бенуа. Из... Откуда? Из Бельгии? Откуда он, сука? Из Франции? Из Франции, по-моему. Это мой одногруппник, только почему у него сиськи? Пиздец. Не, ну это тянка уже. Ну почему портрет моего одногруппника с сиськами здесь висит на стене? Что за пиздец? Так, ладно, опять... Так, ну слушай, это уже я, слушай. Это на меня чем-то похоже. Мне этот портрет даже нравится чем-то. Так, как мило. Слушай, у нее такой, знаешь, кровопотек на губе. Как будто она ела гамбургер за 30 из Макдака по акции. Да. Опа, какой механизм. Так, коллекция механических штук. Тут я спать точно не буду. Слушай, зеленое кресло что мне нравится. Так, открыть вот это не получится. За картиной он вроде говорил, да, там за картиной. Вот эта картина. Опа. О, мобильники, выбирай любой. Слушай, это смартфон. О, мобила. Так, позвонить. Черт, так еще начать. Lily. Привет. Hey, Лили, эй, это же я. Но... Виктор, я звонил в отель столько раз, но ведь никто не отвечал. Господи, я так парилась. Я думала, что ты мне позвонишь после встречи с докторюгой. Я, видимо, уже день целый прошел. Потому что ночь на улице. Ты где? Смотри, я реально не знаю, что начать. Мне кажется, все ебанулось. Лили, меня чуть не убили. О чем ты говоришь? Что случилось? Мои видения, они реальные, ты понимаешь? Доктор Остерлиц хотел использовать меня из-за них. Эти люди везде. Что? Где ты? Ты в полицию-то ходил? Не-не-не-не, полиция работает с ними. Это все часть какой-то рыжей ложи. Не важно, что это, шарвонный. Блять, Лили, я знаю, как все звучит, но... что тут ебанутое все? Я даже не знаю, где я. Я думаю, что я где-то... в Бликмаре, ну, мне так говорят. Где-то в пригороде. Но кто это говорит? Что это за место? Скажи все, что можешь. Помогите, вам нужна помощь. У нас тут раненый мужчина. Так, это она. Лили, нужно идти. Я тебе скоро позвоню, обещаю. Виктор, не пытайся со мной шутить. Скажи мне, где ты, блядь, находишься. Тут такие же люди, как я. У нее тоже видение. Ну, так говорят. Мне нужно идти. Я тебе скоро перезвоню. Виктор. Виктор, не вешай трубку, сука. Sorry. Прости, как это спасет нас, если я просто сломал, отобил экран телефона, там работает все равно. Ой, господи, ладно. Кстати, я вся мечтал сломать такой раскладной телефон, чисто по приколу, чтобы узнать, как это, и типа легко ли они ломаются. Я думаю, да. Кстати, нам же сказали, не палить контору, не палить демо. Мужик, Виктор, ты нас всех спалил, нас здесь всех убьют. Ты дебил, я играю за дебила. Тебе же сказали, не пали контору, ну нахрена ты все спалил? Ой, Аманда, Аманда, вы неплохо с собой. Скарлетт, постарали его в Люсга, он чуть не ебанулся. Их таблетки. Есть таблетки в ванной, которые им помогут. Иди туда, быстро. Ты Аманда? Сейчас не время. Иди, таблетки неси. Да, хорошо? Нет, слушай, первая Тян без маски, она выглядит, ну... Ну, неплохо, слушай, ну... Так, я надеюсь, у нас не будет кекс, потому что это первая Тян, ну, которая выглядит нормально, даже лучше моей Тян, которая вот в игре была, вот эта, та рыжая. Ну, вы помните, так, ванная, где, сука, где ваша ванная? А, вспомнил, на втором этаже она, подожди, еще. Это, видимо, что прогрузка была, знаете, они это скрывают, они скрывают от нас прогрузку. Так, по-моему, вот за здесь. Так. Сук, блядь! Тебя не учили стучать, сука! Ой, блядь, сорян. Аманда мне сказала таблетки забрать, которые тут лежат. Ой, конечно, все так говорят. И чтобы... А все, никто же не видел этого фрика, который срет. Долли, ты не слышишь, что сказала Аманда? Кому-то больно. Таблетки, которые ты ищешь, они над раковиной в ящичке. Извини, Дональда. Он не знает, как завалить ебало. А. Придется делить жопу с тобой. Но этого не хватает. Теперь мы все должны смотреть, как мы срём. А ты бери эти наркотики, иди нахуй отсюда. Ладно. Так, мы видим срущего урода. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы мне цензурить потом было проще. Так, таблетки, во. Наверное, вот это.
Слушай, я пойду, ок. Я пойду, все, все, я закрываю дверь. И пару дней назад я бы подумал, что встреча странная. Да, сейчас там все нормально. Ну, фрики какие-то, господи, чего мы только не видели. За мной, это не знаю, какие-то твари странные гонялись. Удивить, блин, меня захотели. Так, да. Здравствуйте, господа. Я вернулся. Дай эти пилюли Бобби. Так, Люстга чуть не забрало его. Я знаю, как это ощущается. Вот, вот все таблетки. Пока побили, слушай. Ой, мне бы побухать. Виски Джек Дэниелс. Ну, бутылочку, господи. Что это было? Что ты нашел, Люстга? Я ни слов не могу найти, как что описать. Я слышал крики сверху. Ты из третьего братьев Шекли? Они здесь тоже из Люстга. Просто ты не встречал таких людей раньше, не значит, что таких не бывает. Они близнецы. А, понял. Ты же меня спас из рыжей ложи, да, из червоной? Да, это я, парень. Было тяжело. Я рад, что новый видящий с нами. Я Джонсон, между прочим. Я муж Аманды. Виктор Холловей. Муж Аманды? То есть она изменяла мужа, она поебалась со мной во сне? Ладно, во сне, наверное, не считается. Или считается? Напишите в комментариях, считается во сне. То есть Аманда изменяла своему мужу во сне. Наверное, это не считается все-таки. Даже во сне было. Я должен с ней поговорить. Сперма мне на лицо, голова крутится, кружится, крутится. Аманда, моя жена. Пошла говорить. Вот так почему? Моя жена. Пошла говорить с Сабинем, но на верхнем этаже они, правда, просто там разговаривают. Может быть, тебе лучше подождать, пока встреча не окончена. Может быть, я позову с телефона с Сабинина. Я не договорил, а моя невеста обо мне парится. Я бы без разрешения таких движений не делал на твоем месте, но я подожду. Может, я осмотрюсь пока? Я просто хочу занять чем-то голову. Я антиквар, так что мне нравятся места, которые полны мусора. Не то, что тут пыльно, или то, что тут мусор, ну, так сказать. Просто ноги хочу размять немножко. Мейбл хранила вещи в чистоте, но пока что она плачет по углам. И это декор, часть нашего, ну, общества. Ну, можешь осмотреться. Ой, да. В театре мы нашли мешок, сундук, который был пол твоих вещей. Он рядом с выходом. Конечно, я его проверю. И спасибо за то, что произошло там, позади. Спасибо. Да никаких проблем. Дай мне знать, если тебе ну что-то надо. Я буду здесь в Бобби. И тем ножом никого не зарежь. Так, ну ладно, я буду мирным сегодня. Бобби, у тебя все нормально, друхалек. Иногда переводить их диалоги становится немножко, ну, напряжно. Может, потому что я несколько серий подряд записываю, просто отвык. Так, ну фонарик вещь нужная. Шприц, не знаю, зачем он мне. А, шприц лечебный. Ну все, мы все получили. Я заряжен по максимуму, отдохнувший, свежий. Осмотреть особняк. Видимо, тут вот это будем разгадывать потом. Хотя вроде как были и у нас и в городе были загадки там всякие. Помните, нужно что-то было открыть. Я не знаю, может, это секретки какие-то. Я хочу посмотреть, чем они там занимаются, орлы. Я хочу узнать. Я хочу спать. Блядь! Че за пиздец? Теперь он обосрал свои штаны перед нашими глазами. Два ублюдка с одним задом, круто. Скоро у вас одна голова останется. Мне жаль, мы нашли в комнате Сабину эту маску, и Дональд заставил меня это сделать. А, я прикалываюсь, чувак. Вы меня подловили на секунду. Что, нет? Не пошло не по плану, сука, сука, сука. Не, а что, было весело, блин, куда это? А, по-моему, Мейбл, у него вот эта комната, да? У него почему-то Анх здесь египетский изображен. Защитный символ. О, Мейбл, здорово. Может, мы поебемся, а то Аманда, она женатая, а ты вроде свободная. Веселишься с карточками? Ой, это Таро, они все, блин, сейчас этим Таро занимаются. Веселюсь, да, Джонафан все так сказал. Это необычные карты, это Таро. Мои карты говорят мне, что я скоро сдохну. Или уйду. Я тут планировал уйти, пока после разговора с Амандой. И встречи с Сабининой.
Я пришел сказать пока, и, ну, спасибо, что ты за мной следила. Может быть, карты увидят ответ на вопрос. Моя Таро может просветить то, как ты, не знаю, судьбу, твою судьбу просветить. Не верю в это говно. Я и как и в Санту не верю. После того, что ты видел, может быть, стоит поверить. Садись, пожалуйста. Ну, придется подождать в любом случае. А хотя, кстати, как они там трахаются. Ну, блин, походу, Таро будут смотреть. Ну, давай начнем. Да, давай посмотрим, как секреты твоей жизни. Карты поделены на три сегмента. Левый символизирует прошлое, середину настоящее, а справа будущее. Достаточно просто. Так, теперь выбери карты. Карты, которые с тобой говорят. Слушай, я вижу тут, пока этих моль летает или какие-то еще насекомые. Так, как выбрать карту? У меня мышь как-то странно себя идет. Ну, бой это будет. Класс! Повешенный! Ты прошел стадию... ой, тут почему у него хуй с яйцами связаны? Так, теперь ты перешел стадию понимания. Понимание часто дает не очень приятные знания, так что мне хватит таких раскрытий. Мы узнаем странные страдания. Вот что я, вот во что я верю. Ты уже понял кое-что про себя. Время второй карты. Выбирай ее из двух сфер времени. А, ну да, конечно. Так, давай вот это пусть будет. Терпение. Темперанс — это же терпение. Это ясный сигнал судьбы. Здесь сейчас должен найти баланс между активностью и пассивностью. Обычно я активен в кровати, а моя девушка пассивна. Так что, может быть, мы будем чаще меняться ролями. Ты любишь дешевые шутки, и ты значит, ты боишься правды, да? Да, уже слышал это от кого-то. Так, не дай своему будущему тебя напугать. Ок, я понял. Давай вот эту карту. А, слушай, нельзя взять еще одну? Давай крайнюю самую возьму. Сила? О, звучит хорошо. Ой, сиськи крутые. Нравится. Эти символы контролируют желание. Помнишь ту силу, которая не сбалансирована нормально, и ты можешь ее... В общем, должно быть какое-то предупреждение. Судьба часто бывает превратна. Ну, надеюсь, ты теперь понял аспекты своей судьбы. Ну, как тебе? Так, у тебя хорошо получается. Давайте сделаем ей комплимент, чтобы был шанс на Е-бейс. Да, кое-что про себя узнал, а ты хороша с картами. Спасибо, Виктор. Мужчины часто мне это говорят. А что еще они говорят? Ну, извини, что... Короче, круто меня отвлекла. Так, а больше с ней нельзя поговорить. Что-то вот, я не понимаю, что она смотрит на эти карты. Может, поделает что-то. Могли бы сделать анимацию, что она их переворачивает, пере... А, Сабинин, привет. Братан. Никто больше не срет, надеюсь. Вы слили, ребят, вы слили. А солю на всякий случай, а то воняет. Так. Посмотрим. Аманда ждет тебя в своей комнате, видишь? Ясно, будет секс. Ладно. Я пойду к ней сейчас. А после того? Ты уже узнал свою судьбу? Ты веришь в эти карты Таро и магическую муму-джуму? Магическую сосамбу хуямпу. Эзотерические темы полны кича и всякого разного, но не стоит отрицать их существование и влияние на мир науки. Наверное, в тот урок я проспал. Аманда, наверное, уже не терпит, видишь? Она там сидит, она как бы наяривает там уже сидит, поэтому нужно действительно, наверное, уже как бы... Ну, вы поняли, да? Это не ее комната, а где комната Аманды? Что-то я не... Так, нет, это туалет, слушай, а где комната... да, по-моему, в том крыле комната Аманды, я помню, я тут бегал, твою мать, Бенуа, хватит на меня смотреть, сука, ты заебал. Так, Аманда, хуянда. Вот, слушай, а голая там, так, зайдем медленно. А где она? Крутая возможность осмотреться. Огонь играет. А шо це? Не пойму, что это. Походу, какая-то шкатулка как-то открывается. Я как будто на Инсидрю, блин, играю. Какая-то шкатулка как-то открывается. Так, это она с мужем, да? Или это отсылка на первую часть? Может, в первой части вот это было? Хотя, да, не помню, там тёлку Аманду звали? Не похоже вообще, там другая тёлка была. Хотя, может, такая. Если что, я вот, смотрите, тут... А, в шкафу сундук. Слушай, ну если что, тут может спрятаться любовник. Муж даже не узнает. О, это, видимо, врата.
Опа, извини, что я тут вещи трогаю просто. А что за маски у вас странные? Yeah. Виктор, да? Да. Виктор Беловей. Меня зовут Аманда Луна. Я искала тебя с тех пор, как я увидела в своих видеях античный магазин. Я послала людей тебя найти, но тщетно. У меня было слишком мало информации, чтобы тебя собрать. Что за... Ты слышал мой голос? Я тебя звала. Я чувствую себя. Ясно, хочет ебаться. Наши умы связаны через люстга. Я смогла связаться через твои видения. И да, я знаю, как это звучит. Но другого объяснения этому нет. Магия. Имею что, вот поверить? Мир удовольствия реален. И мы, это... И мы ее голос на земле. Ты не можешь бежать, так что пора перестать убегать. И как мне это кончить? Я хочу немножко спокойствия из-за этих видений. Я потерял чувство себя. Я ударил Лили. Я попал в ловушку ублюдка Аустерлица. Я почти сдох. Ты не бил Лили, а по-моему, она меня ударила. Эти видения, они не бремя, а мощная сила из другой вселенной, которая выбрала нас. Представь, сколько это значит. А что это за мощное существо хочет от нас? Что ему надо от меня? Это Лебрарк, бог страсти. Я слушаю его голос, и недавно я пыталась понять, сколько видящих появилось. И чего нашла? Я знаю, как решить нашу проблему, но только если ты нам поможешь. Что это имеет? Что ты имеешь в виду? Она делает. Что ты делаешь? Ты не болен. Это люстга болеет. И только мы можем ему помочь. Иди со мной. Ты пойдешь со мной? Как было в БЛ, блядь. Это будет... Будет, да. Пора, сынок, нам пора внутрь. Мы заходим, мы внутри. Орлы! А что будет дальше? Мы, скорее всего, дальше она будет там голая, например. Мы узнаем в следующей серии. Мне кажется, идеальный момент, чтобы кончить, если вы понимаете, о чем я. Орлики, бей, до следующей серии. Всем пока, всех люблю, обнимаю, целую, няшу вас, орлики. Всем пока, до следующей серии, скоро увидимся.